Принятие федерального бюджета России на следующий год обсуждалось на сегодняшней встрече президента с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Она состоялась в Кремле. Владимир Путин собирается выслушать мнение руководителей всех думских фракций. Главный финансовый документ страны на прошлой неделе был рассмотрен в первом чтении. Теперь готовятся поправки. Идет работа над бюджетом активно. И я хотел провести встречи с лидерами фракции, поговорить о том, как эта работа идет. Какие у вас есть в этой связи соображения, пожелания, может быть, какие-то озабоченности? Какие проблемы вот хотелось бы увидеть? Для нас, конечно, транспорт. Потому что экономика российская, самая высокая конкурентность – это транспорт. Дороги вот должны прийти хорошие в самые маленькие города. По таможне, мне кажется, здесь тоже есть определенный плюс, где можно было бы как-то использовать. Контроль за вхождением и выходом. Допустим, количество товара, которое вошло в страну. Потом, когда оно реализуется, оказывается, его больше. Значит, при прохождении занизили количество. Если надо быть сопровождение нашего товара, чтобы было видно, и в таком количестве он ушел, и чужой товар тоже пришел.